к вопросу о том, как работает почка. Есть ситуация с хронической почечной недостаточностью, требующей проведения диализа. Аппарат искусственной почки. Диализ обеспечивает протезирование самой функции почки. Работает нефрон, выделяем мочу. Вместо него работает диализ. Нужно ли в это время почку оздоравливать и можно ли добиться оздоровления? Для того, чтобы почка работала лучше, ей нужен кровоток. Его мы достигаем разогреванием почки на аппаратах NugaBest. Почке нужны хорошие работающие нервы. Это достигается прижиганием сегментов Т10-11 в грудном отделе. И почке нужен хороший иммунитет, чтобы разобраться с инфекцией или воспалением самой почки. Улучшение иммунитета достигается глубоким разогреванием позвоночника. Нужно ли проводить процедуры NugaBest во время диализа? Диализ не дает ни первого, ни второго, ни третьего. Диализ просто работает вместо почки. Оздоравливая почку, мы можем добиться улучшения работоспособности самой почки, чего диализ не дает.